Страж-5, мы на борту. Принято, сэр Персиваль. Страж-5 готов оказывать огневую поддержку по требованию. Принято. Спасибо за помощь, капитан. Удачи, сэр. Все, конец связи. Это, по-вашему, просто, месье? Мы готовы, Персиваль. Ждем сигнала. Должны захватить кабину. Без шума. Вас понял. Мы с Изабель пойдем на разведку. Нам нужен наблюдатель среди гостей. А мне и надеть-то нечего. Придется подыскать себе платье. Можно ли применять силу? Да, Маркиз. У нас нет времени разбираться, кто заговорщик, а кто простой охранник. Нам не впервой работать без страховки. Это так. Однако мы собираемся угнать флагман объединенной индийской компании. Все ясно? Тогда идем. Себастьян, я должен спросить, кто тот старик? Вы говорили в Мэйфере и Уайтчепеле. Старик. Долгая история. Я поведаю ее вам, когда придет время. Но многое мне самому еще неизвестно. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Совету совсем не понравилось ваше своеволие. Орден сильно изменился, Грейсон. Да. Вы это уже не раз говорили. Терпение, мой друг. Всему свое время. Помните, без шума. Маркиз. Мадемуазель может абсолютно не волноваться. Клянусь, буду нем, как могила. Охранников не видно. Поспешим. Дождитесь моего сигнала. За мной. Ну! Никто не видел, как мы вошли. Ладно, я опаздываю. Мне пора на дежурство. Это магнитный замок. Ищем блок управления. Можете отключить его от сети?
А? А? Что? Вообще-то это работа для механика. Уж точно не мое дело. Ну да, лучший корабль. Коля. Галахад, Лафаэт, охранники компании оказали сопротивление. Они ведут огонь на поражение. Можете стрелять в ответ. Вас понял. Дамы и господа, от лица Объединенной Индийской компании и ее руководителей приветствую вас на борту Агамемнона. Сейчас мы покидаем Лондон. Охранник. Далее мы совершим короткую остановку в Портсмуте. Никого. А затем продолжим наше путешествие через Атлантический океан. Конечный пункт назначения Лейкхёрст. Что, Нью-Джерси? Вызываю службу безопасности. Отправьте кого-нибудь проверить груз. Я иду прямо за вами. Без промедления обращайтесь к нам. Ваш комфорт – это наша забота. Вижу в кабине троих. С охранником может быть трудно. Придется импровизировать. Ну вот, ребята. Завтра утром причалим в Портсмуте, а потом какие-то пара дней, и мы в Америке. Дымовая. Дайте сигнал. Когда сидишь в грузовом отсеке, как-то легче. Два. А тут чуешь. Один. Забираем корабль во имя свободы. Персиваль, мы захватили кабину. Лафайет останется у штурвала. Как там у вас? Лорд Гастингс, возле больной зала. Это в сторону кормы. Попробуем установить слежку. Приходите быстрее. Вас понял. Извещу, как только закончу разведку. Помните, все время держать руку на румпеле. Предоставьте это мне. Ты слышал? Говорят, компания выставила стрелков в Блэк-Оле.
Просто слухи. Но в доке все равно лучше не соваться. А уж если это правда, лучше держать язык за зубами. Да, да, это верно. Еще беду накличешь. И в ус не дует. Персиваль, дело осложняется. На борту Лукан. Мой брат? Что тут делает командор? Кажется, пока все идет гладко. Да, сэр Лукан, все в порядке. Будем в Портсмуте довольно скоро. Хорошо. Оттуда курс на Америку. Черт! Он должен был провожать лордов до нашей границы. Может, сообщить ему, что происходит? И привлечь внимание повстанцев? Галлахан прав. Алистер будет недоволен, что его не предупредили. Тревожится пока рано. В случае чего он даже может оказать нам поддержку. Действуем по плану. Понял. Сообщу, когда найду позицию. Подтверждаю наличие оружия. Повстанцы будут одеты как охрана. Они добыли униформу. Охранники без опознавательных знаков. На униформах солдат из Уайтчапела не было наплечных нашивок. Да, держите в курсе. Ну,
же, повернись. Вижу нашивку. Охранник рядом с Гастингсом свой. Прекрасно. Теперь остальная охрана. Нашивки нет. Персиваль, на первом этаже повстанец. Ясно. Продолжайте поиски. Нашивка. Персиваль, охранник на лестнице, настоящий. Хорошо. Ищите. Что ж ты не тем плечом повернулся? Проклятие, нашивки нет. На балконе напротив повстанец. Вас понял. Проверьте всех до единого. Это был последний. Хорошо. Уничтожайте любую угрозу. Принято. Оружие заряжено. Доброй охоты. Один есть. Остался еще один. Лукан! Повстанцы! Вытащите Гастингса! Уведите его! Гастингс ушел! Нужны еще люди! Переходим к складу Б! Персиваль, цель убита! Идут повстанцы! Мне нужна поддержка! Принято! Направляемся к вам! Безумцы. Зажигательное оружие на воздушном судне. О, больно. Галахад, повстанцы оказывают серьезное сопротивление. Да сколько их тут еще осталось? Из этого дробовика нас всех уложат. Охрана компании «Магнита Магнитон». Боюсь, эти британцы будут палить все подходы. Это еще что такое?
На переднем двигателе взорвалась бомба! Бойцы! Отступаем! Есть, мэм! Вы! Внимание! Подход! На борту предводитель повстанцев! Та женщина из Вайтчепела! Веду преследование! Не дайте ей уйти! Чёртов сброд! Галахан, не теряй цель! Персиваль, я захватила одного из повстанцев. Отлично! Свяжите! Я скоро буду! Персиваль, я потерял цель. Продолжаю погоню. Отставить. Идите к шлюпкам. Тут проблема гораздо серьезнее. На борту осталось второе устройство. Черт. Ладно, я возвращаюсь. И это, по-вашему, разумно? Мы не могли предвидеть подобных обстоятельств. Ваша миссия в Уайтчепеле была тайной. И вдруг мне докладывают о многочисленных погибших и об уничтожении лондонского госпиталя. Теперь это! Разумеется, я сдержу слово. Я возьму на себя всю ответственность за возможные последствия. Себастьян, вы хоть понимаете, что я не смогу оградить вас от гнева лорда-канцлера или ордена? Ваш отец все поймет. Сейчас наша главная задача — найти второе устройство до взрыва. Рыцари, минутку внимания. Нам надо покинуть корабль, пока еще не поздно. Сэр Лукан проводит вас и организует эвакуацию. Мы продолжим поиск. Ситуация требует слаженных действий. Как я понимаю, никто не хочет остаться на борту. Мы вернемся, как только сможем. Изи, помогите им и назад в рубку. Нет, я останусь с вами. Изи! Найдите Лафайета и покиньте корабль. Я? Я отвечаю за вас перед вашим братом. Идите. Ради меня. Нужно оружие. Тут рядом пост охраны. Возьмем оружие компании. Станция отправит кого-нибудь взорвать второй заряд. Та женщина и ее сообщник сбежали, чтобы привести в исполнение резервный план. Наверняка. Согласен. Тогда за дело. Я буду здесь. Попробуйте попасть в оружейный трюм. Крысы бегут с тонущего корабля. Трусы. Берите, что нужно, и уходим. Квартирмейстер припас тут оружие на целую армию. Охранники компании редко действуют добрым словом. Не понимаю, почему компании разрешено иметь собственную армию.
Впереди могут быть повстанцы. Осторожно. Займитесь дверью, я прикрою. В случае обострения ситуации, оставшиеся пассажиры будут высажены на ближайшей причальной башне. И все это, чтобы убить одного человека. Повстанцы перешли к решительным действиям. В самом деле, ну что-то не так. Это чересчур смело даже для них. Может, вы и правы. Но все равно мы должны их остановить. Мятежник убит! Дробовик, в дальней части! Надо перезарядить! Чисто. Шевелитесь. Надо найти второе устройство. Надо держаться, пока устройство не сломано. Вперед. Да, сэр. Не могу вытянуться! Оставайтесь в укрытии! Я перезаряжаю! Цель уничтожена! Перезаряжаю! Все чисто. Надо следовать за целью. Видимо, там пробрался. Сейчас! Крис, можете пройти? Вроде да. Берегись! Нас едва не убило, мой друг. Это уж точно. Оставьте! Должен быть другой путь. Нет времени. Идите без меня. Я попробую в обход. Не теряйте цель.
Лафаэт, что происходит? Повреждение отрыва все серьезней. Как долго вы сможете удерживать судно? Недолго, Мичер. Сделайте, что сможете, Оазис. Дайте нам хоть пару минут. Я понял. Это все, мать? В каютах были повстанцы. Нейтрализовал их и продолжаю преследование. Я понял. Направляюсь на нос корабля. Потом пробью шкаф. Мы потеряли несколько камер ядов. Корабль не управляем. Он не уходит. Почти такой же упрямый, как вы. Маркиз, покиньте корабль. И Грейна, если понадобится, стукните его по затылку и затащите в шлюпку. Галлахан! Не стрелять! Его надо остановить! Без разговоров! Поверьте мне, Грейсон! Послушай меня, сынок! Сдавайся, прошу! Не знаете, с кем связались! Не мы ваш враг! Так докажи! Прекрати это безумие! Нет! И позволить компании оставаться безнаказанной! Не бойся! Нет, не останется! Поздно. Себастьян! Друг, прошу, не делай этого.